Отличный выбор. То есть уже босс, да? Уже. Вот прям так сразу. Раз и босс. Ух ты, как он быстрый. Воу-воу-воу-воу. Снова вас прошу поставить лайки без сомнения, а взамен вас награжу хорошим настроением. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Некрос, и сегодня у нас обзор игры Фури. Говорят, что она сложная. Говорят, что в ней сплошные боссы. И вы знаете, это звучит неплохо. Поэтому давайте посмотрим. Новая игра... Выбираем сложность. Тут легкая, я так понимаю, средняя и сложная, но ее открыть можно только с помощью полного прохождения игры. Поэтому мы выбираем среднюю сложность. Сложность Фурии. Поехали. Ты был орудием, вестником смерти. А теперь ты никто. Я продолжу убивать тебя. Снова и снова. Напоминает Флауи. Я твое будущее, медленная, мучительная смерть, длиною в вечность. Я слышу гром. Кап-кап-кап. Пора просыпаться. Я никуда не уйду. Я останусь с тобой. Покачай головой. Покивай головой. Пора в путь. Видишь, что они с тобой сделали? Соберись. Сбеги из тюрьмы. Я так понимаю, это главный герой, а... Кролик — это... Убей тюремщика. Это его, ну, не знаю, советчик. Борись за свою свободу. Советы ему дает. И он вроде как самурай. Тюремщик — путь на волю. Убей его и будь свободен. Так, ну пошли. Мы что-то не бегаем, ничего, не прыгаем, пока ничего не можем, видимо, сделать. А, он сам идет. Я думал, я управляю им. Ты пожалеешь о каждом шаге, сделанном за пределами этой камеры. Послушай меня внимательно. Тебе никогда не сбежать. Ух ты. Это уровни, что ли? Клянусь, я верну тебя в камеру. По-хорошему или по-плохому, выбирать тебе. Отличный выбор. То есть уже босс, да? Уже. Вот прям так сразу. Раз и босс. Ух ты, как он быстрый. Воу-воу-воу-воу. Так, он умеет стрелять. Хорошо. Он умеет уворачиваться. Парирование тут есть. Ну, пока ничего сложного. Я по нему стреляю. Он по мне стреляет. А, вот, он оглушился, да? Бьем. А, о, парировался. И когда я парирую удары, я еще и жизнь восстанавливаю. Тихо. Вот-вот-вот, я парировал, и видите, наказываю его за удар. О! Неплохо. Я надеялся, что ты попробуешь выбраться. Так, а что-то игру прямо дергает как-то. Немножечко. А, мощный выстрел. Давай. Мощнейший выстрел. А, тихо. Его оглушило. Его оглушает, когда... Ага. Ну давай.
А, можно мощный удар делать. И оглушать, и потом наказывать. Ну, это такой обучающий босс, я понял. Не, ну так-то неплохо. Все? А, не, он еще живой. Что он еще будет делать? В смысле? Bullet Hell, что ли, да? Ну вы серьезно? А стрелять я по нему не могу. Тихо. Ну это понятно. Почему я уклониться-то тут не могу? А, потому что нужно уклониться посильнее, я понял. Понял. Нет, так а что дальше-то? А, тут еще зеленые пули вроде есть. Ими можно лечиться, да? Нет. Вот сейчас непонятно. А, их можно парировать. Вот лечение, да? А, меня убивает, кстати. Он меня убивает. О, так это... А парировать-то можно только... Прямо вот перед самым ударом, да? А вон лечение. Ой-ой-ой, так я так могу проиграть. Я надеялся, что ты попробуешь выбраться. Чтобы я смог сделать тебе по-настоящему больно. А он меня убил, да? Ага, он меня убил. Окей. Ну, то есть мне нужно, мне просто нужно отбивать это все. Вон лечение. Но иногда почему-то уклонение не работает. Я не знаю почему. Можно зажать пробел и уклониться на большем расстоянии. Ну, то есть дальше уклониться. Прыгнуть, типа. Как оно? А как оно меня не задело сейчас? На тебе. Ну, в смысле? А, у него еще... Вон наказание. Что дальше? Опять наказание. Опа. Надо вообще было отойти. А вот сейчас непонятно, кстати. Вот сейчас непонятно. Но я могу вместе, ну, накапливать удар и уклоняться одновременно. Было весело, но шутки в сторону. А что теперь? Что случилось? Электрошок в камере был ядреный, не правда ли? Я прыгать-то не могу, это были цветочки, я покажу тебе настоящую боль. Давай, что за атака будет? Что он будет делать? О, комбинирован, а я вниз? В смысле? А, я уворачиваюсь, ты видите куда? Куда мышь показывает, туда и уворачиваюсь. Ну, наказание за три удара. Ага, окей, это понятно. Воу! Атака, если... Пам! Не, я не смог парировать. А вот сейчас смог. И восстановил себе маленько здоровье. А! О! Вот сейчас могу умереть. Пиу-пиу-пиу. Лечение. Окей. Раз. Оп! Ага. А, три надо было. Все три надо было. Во. Ты действительно думаешь, что справишься со мной? Ну, вообще, да, как бы да. Тихо, тихо.
час расплаты. Ну, он мне тоже может атаки такие проводить. Почему же я не увернулся-то? Не, ну теперь да. Оу. О, я проиграл. И ты думал, что сможешь выбраться, посмотри на себя, ты смешон. Ну вот, я уже два удара блокирую. Тихо. Ага. Отбил, хорошо. Так мне еще и за мышкой следить надо. Давай. Давай, давай, давай. Я готов. Бам, бам, бам. О, это парирование, хорошо. Ну, нормально отбивается все. Ну все, спокойно удары его отбиваются вообще. Я еще и лечусь вообще нормально. Ух ты, это сильно. Ага. Сейчас мы тебя... Все, эту-то я тоже понял, его атаку. Легко. Сейчас контратака такая будет, что мало не покажется. Ты убежишь обратно в камеру и будешь умолять меня закрыть тебя снова. На, один удар, хорошо. Ну, четыре удара, чтобы меня обмануть, я понял. Ой, вот это сейчас непонятно. Вот это вот я не понял как. Давай. Воу. Что-то посильнее как-то пошло. Где он? Вот тут это, я не знаю, как от этого уклоняться. Вообще не понимаю. Все удары отбил. Хорошо. А, все. Все понял. Там надо было зажать уклонение. А, понял, все, там большая зона поражения, но малая зона сейфа. На, сожри это. Это сколько, это кубики это жизни у него, кажется. Когда я с тобой закончу, ты не сразу очухаешься. Ну, вот так вот даже. Но она к нему прилетит, понятное дело. Что-то я забыл вот про это. Ох, тут ничего себе. Ой, наказание. Давай. Я разорву тебя на куски, от такого ты не оправишься. Ну, разве это атака? Это мы уже проходили. Оп! И это я тоже уже понял. Прекрасно. Ну! Уворачивается. Тихо, это больно. Shift перепутал с пробелом. Ты отправляешься обратно. Да не, не правда. А, так. Непонятно. Нет, это ты кушай. Кушай. Вау-вау-вау, тихо. Он быстрее стал атаковать.
Ух ты, вот это я его удачно подловил. Еще один кубик. Не ты смэш, я смэш. Тебе меня ни за что не одолеть. Ну все, финальная атака пошла. Что, я не вижу... О-о-о. Так, вот это финальная атака, да, согласен. Согласен, сильная атака. С этой атакой я с первого раза не справлюсь. Ага. Ну да, тут я, может, и проиграю. Я убью тебя. Я курсора не вижу. Вот в этом проблема. Меня очень плохо курсора видно. Поэтому я не вижу, куда я... Было бы проще, если бы я мог... телепортироваться не по курсору. Реально, я не вижу. Вот где курсор? Его нигде нет. Его нет просто. Просто нет. Вот тот он есть, я вижу. Может, можно как-то настроить, чтобы я не на курсор прыгал? Тихо. Вот это не очень удобная атака, конечно. Тут он, конечно, меня обыгрывает. Да и парирование как-то странно работает. Но то работает, то не работает, не поймешь его. Сейчас будет меня бить. А, тут его нет. Не понял я. Как бить-то тебя? Или сильным только можно? Тихо. Вот так, наверное, да? А, не, ну в принципе... А, все. Я победил вроде как. Не, ну так-то неплохо, в принципе. Сложность какая-никакая есть. Ох ты. Даже не показали, как он его прям бам ударил. Ну вот сейчас серьезно что-то будет. Все? Тебя сломают и вернут в камеру. Наш герой не любит говорить. Браво, отлично, захватывающе. Не в первый раз, да? Как бы то ни было, хорошая новость. Мы на шаг ближе к свободе. Плохая новость. Нас ожидает еще много таких. Но не волнуйся, я их знаю. Я помогу. Поверь, то, что ждет тебя в самом конце, стоит того. Мы с тобой теперь в одной лодке, сматываемся отсюда. Ну, допустим, там мир свободы. Мир покоя и света, где ты свободен, как ветер. Мы до него доберемся. Так, вверх это влево получается, да? Как управление тут сделано. Но, допустим, первый босс был уже, в принципе, с каким-то челленджем. Дальше, наверное, будет еще жестче. А где я могу сохраниться? Вот, объясните мне, пожалуйста.
По пути я расскажу тебе все, что знаю. Но не жди ответов на все вопросы, все зависит от действий. А куда это мы? Это тюрьма, друг мой. Тюрьма внутри тюрьмы. Очень хитрый фокус. А можно бегать-то? А то больно долго. А, он все, он уже сам идет. Все. У тебя с этой узницей много общего. Однажды она нагрянула, уничтожила все на своем пути, а потом... Раз! И она в клетке. И мы ее типа должны освободить. Им пришлось построить все эти стены, чтобы она не выбралась. И чтобы не слышал ее... Чтобы ты не слышал ее криков. Но она что, какая-то там супер-воин или супер... Не знаю, убийца какая-то. Непонятно вообще, с чего началось. Вот кто он? Что он там... Она пыталась прорваться сквозь стены столько раз. Но они просто снова вырастают вокруг нее. Это совсем свело ее с ума. Она в ярости. Она поймает кого угодно и порвет в клочья. Да, это та еще тюремщица. Но мы с тобой знаем, что заточение разрушает тебя изнутри. Мы это хорошо знаем, правда? Поэтому мы сделали то, что сделали. Поэтому мы и бежим. Очень много ходьбы. Очень много. И куда мы пришли? Давайте посмотрим. Опять босс, что ли? Но эта битва уже для следующего выпуска. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!